Советую всем посетить интернет-магазин «Все мотоблоки». В продаже имеются мотоблоки различных конструкций, от легких до тяжелых, как бензиновые, так и дизельные. Также в этом магазине есть большой выбор навесного оборудования, которое применяется к данным мотоблокам. Выгодная доставка, не нужно платить деньги наперед. Есть много товаров по бесплатной доставке на дом. Звоните, спрашивайте. Чтобы получить скидку, говорите, что вы от Воробьева Юрия, и вам сделают скидку. Ссылочку на этот магазин вы найдете под видео. Всем удачных покупок, друзья! Всех приветствую, друзья, на своем канале. Как вы уже поняли, это мой огород, где я сажал чеснок. Чеснок озимый. И наблюдаем такую небольшую зелень. Это, конечно, не чеснок, а седераты, которые посажены между чесноком, между рядья. Этот участок я сажал, как видим, окучниками. Можно сказать, вручную. Ну, а дальше здесь уже сажал заводской чеснокосажалкой полтавского производства. Ссылочку на посадку чеснока я оставлю в конце видео. Кто не видел, посмотрите, как это все засаживалось. Седераты, которые я использовал для своего чеснока, это горчица белая. Почему белая? Потому что быстро дает рост. Больше дают листвы, которая полезна для нашей почвы. Чем мне понравилась горчица, как седераты? Тем, что она обогащает почву азотом и фосфором, что полезно для нашей земельки. Является отличным разрыхлителем для тяжелых почв, улучшает ее структуру. Выделяемые горчицей вещества препятствуют росту плесени и бактерий. На почвах, друзья, где выращивается белая горчица, резко снижается количество проволочника и слизней. Это спорный вопрос. Начали в комментариях спорить у меня там в прошлом видео где-то, что горчица не выводит из земли проволочника. Оказывается, выводит. Не 100%, но проволочника станет намного-намного меньше. На данном участке я засаживал картофель. Перед этим на этом участке росла люцерна, и картофель заболел проволочником. То есть много, 50% клубней было побито проволочником. Поэтому все это дело я перефрезеровал и решил засеять чесноком, а в промежутках горчицей, чтобы хоть как-то спасти свою землю. Ну и в итоге мы получаем, что горчица белая, как седерат, будет предотвращать землю от различных болезней, что благополучно скажется для чеснока и будет служить как удобрение и плодородие для него. Чтобы подлечить свой огород, горчица белая не требует особых трудозатрат. Семена ее доступны в интернет-магазинах, на рынках, ну, у кого как. Лично я в селе живу, у нас на рынках нет, пришлось покупать в интернет-магазине. И в комментариях напишу вам номера телефонов хорошего интернет-магазина, там, где я покупаю эту горчицу. Покупал ее на осень и уже купил, приобрел себе уже и на весну. Может, весной тоже там участок есть проблемный. Может, тоже опять просею, как седерат. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.